В выходные по всей России стартовала акция переписи пернатых «Серая шейка». Озеро в Северном парке Славянска на Кубани тоже было включено во Всероссийский реестр мест, пригодных для зимовки птиц. Помочь российской орнитологии в изучении мест зимовки водоплавающих птиц вызвались славянские юнаты. Ты знаешь, что земля наш общий дом? Ты знаешь, что нам негде больше жить? Зачем же разжигать пожары в нем? Зачем же всюду яд обильно лить? Ты знаешь, что для рыб, зверей и птиц нет стран, земля для них одна страна. Зачем же мы наделали границ? Зачем за клок земли идет война? Михаил Некрылов – воспитанник станции юных натуралистов, активный участник всех экологических акций, проходящих в Славянском районе. К теме природы относится не только как поэт, но и как ученый. Поэтому в числе первых вызвался принять участие в подсчете зимующих водоплавающих птиц. Городские водоемы не замерзают, а для водоплавающих это идеальная среда зимовки, так как здесь они легко могут найти себе пропитание – водорослей и мелких рычков. Кроме того, птиц подкармливают горожане, а сытая птица, как известно, морозов не боится. 14 и 15 января 50 городов нашей страны вышли на подсчет пернатых. Акция «Серая шейка» традиционно проходит в России по инициативе Общества охраны птиц. Принимают участие дети со станции ЮНАТОВ. Это в основном как раз те дети, которые заинтересованы вообще в различных направлениях изучения природы. Они посещают эту станцию ЮНАТОВ. Там у них есть кружки, посвященные как раз изучению растительности, животного мира. Они ухаживают за животными в живом уголке. И поэтому они с удовольствием принимают участие в этой акции. После короткого инструктажа юнаты отправились считать птиц. При подсчете учитывались 4 вида пернатых. Чтобы не запутаться, на одном участке работало несколько человек. В блокнот заносилось количество, вид и пол. В этом году погода хорошая, дала хорошо рассмотреть. Надеемся, что благодаря этой акции и на следующий год наши пернатые друзья будут зимовать с нами. Эта акция – большое подспорье ученым. Данные об изменении численности и размещении птиц смогут служить показателем состояния водоемов. К тому же это прекрасная возможность познакомиться с зимующими пернатыми своей малой родины. Кстати, на озере Северного парка обитает несколько интересных видов. На данном территории в основном можно встретить кряква, вот, чайка-хохотунья, лысуха. Ну и вот в прошлом году мы встречали, был красноголовый нырок. В этом году, ну, я думаю, результаты учетов покажут, что же все-таки у нас сегодня здесь есть. Всероссийская акция «Серая шейка» открыла 2017 год, год экологии, объявленный президентом России. По ее итогам насчитали более 170 пернатых 4 видов. Эти данные для дальнейшей обработки передадут в Общество охраны птиц. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».